Всем привет. Ну что ж, второй день не обходится без явной помощи спасателей, пожарных. И вот сегодня в Северном районе, в одном из частных домов, была замечена, ну, видимо, жители этого дома вызвали пожарных, скорая, тут полиция. Видите, из трубы валит дым. Явного возгорания нет. Ну, такое впечатление, что, видите, дым идет даже не из трубы, а как бы уже там из-под крыши, что значит, что... А еще очевидцы говорили, что видели даже огонь из трубы. Ну, это тот случай, когда так называемая сажа или какие-то вещества, которые накапливаются на трубе, на дымоходе, вдруг загораются, температура достигает большой величины, там вплоть до выгорания самой трубы, кирпичи плавятся. В общем, приятного очень мало. И если дом деревянный, то вообще это опасно. Там как кирпичный еще куда ни шло, может быть. Ну, я так понимаю, что если бы там температура очень высокая, может быть, и вот, собственно, и это и... от этого избавиться можно только лишь регулярной чисткой дымоходов. Если дымоход не чистить, особенно если дрова не очень качественные или там брикеты. Брикеты, они вообще, как бы, вы знаете, накапливается большой-большой осадок, так скажем, на дымоходе. Надо чистить регулярно. Ну вот, уж не знаю... В чем причина? Причин, на самом деле, наверное, может быть и не одна, и не две. То ли дрова, то ли брикеты, то ли старость, то ли... Ну, неизвестно. Дом, по-любому... Приехали пожарные, три экипажа. Ну, то есть, с лестницей машина простая. И две, вот видим, обычные машины, скорая. Пожарные чистили трубу. Они и снизу пытались, и сверху пытались там чем-то чистить. Ну вот, в результате, конечно, было это дело устранено, ликвидировано. Ну, видимо, предстоит ремонтик. Ну и нельзя забывать. А случаи бывают, если почитать об этом, то после таких вот возгораний сажевых в трубе, бывает так, что трубу надо полностью перекладывать. Уж как тут будет, кто его знает. Но, в конце концов, пожарные даже каким-то порошком, уж не знаю, мне это неведомо. Но вот мы видим, они поднимаются к трубе и будут туда засыпать, ну, видимо, какой-то очищающий порошок или пламя сбивающее. Я, честно сказать, не очень понимаю. Ну, тут уж специалистам виднее. Кто понимает, можете написать в комментариях, что происходило. Ну, вот единственный правильный вывод из этого. Все, кто живут в таких домах с собственным отоплением, нельзя забывать про дымоход. Чистить надо обязательно. Ну, и все это, операция длилась очень долго. Я думаю, что если так по часам, то пожарные отстояли там часа три. Вот. Ну, видимо, чтобы не было рецидивов, или контролировали, или просто... Ну, в общем, долго, очень долго процесс этот шел. Ну, в конце концов, ничего критичного не произошло, дом уцелел. А в таких случаях это очень даже... хорошо, потому что бывали случаи, что из-за трубы, это из-за дымохода, и дом еще начинал полыхать. Берегите себя. Хороших нам выходных. Всем пока.